Лера, сегодня в честь вас назвали команду. Вы Белоснежка, и рядом с вами, ну, не семь, немножко больше гномов. Вы единственная звезда, женщина среди всей команды звезд и организаторов «Новой волны». Как так получилось? Так здорово. Я как талисман у них. Да на самом деле, ну так получилось случайно. Может быть, девчонки, я не знаю, не захотели. Там кто-то спит, кто-то за маникюр, за педикюр боится. А мне так это все нравится. Я на самом деле и поболеть бы с удовольствием поболела. Но раз меня взяли команду, я просто счастлива. После своей грандиозной свадьбы вы отправились в медовый месяц и там учились играть в футбол. Мы были неделю на Сардинии. Но поскольку игры у меня кис все-таки, ну футбол играет просто роскошно. Учил меня играть. Но это было пару раз.